Ну, типа, был один взрыв. Ух, бля. Что? Я чуть на мину не наступил. Бежал себе, бежал, балдел. Челики, челики, двое на дороге, трое на дороге. Обходим за дом быстро. Обходи эту шелупань. Нам нужно... Четверо? Да, четверо. Мы идем? К дому, наверное, подбегать от дома. Ну, возможно, я одного NPC спутал, но там не видят. Точно нет. Они смотрят на нас. Блять. К дому быстро. Он прям на нас смотрел. А чё ты начал открывать огонь? Кровотечение у него. В доме. За домом один. Я крою другую сторону. Кондёха веселее! Сейчас был. Сука, сзади! Сверху! Обгачу, хоуми! Ай, блядь, сзади! Блин, блин. Джи-джи. Меня тоже положили. Балдёж! Угоса челями, блядь, кого не зарейдим рядом с нами. Капец, нас один челик повалил. Я другой повалил. Бля, контент готов. Вадим. Да? Сейчас будет самый быстрый гном на диком зап. Это что было? Гном на диком западе, я же сказал. Короче, так пули свистят у них там. Сука, Христа ради, блять. Поменяй, пожалуйста, потом дробовик, блять, на скрипе. Чё? Кем? Блять. Я не понимаю. Ай! Ай, блядь. Никого не будет, стойкью такая, привет. Не заходи на точку сейчас, Никита. Подожди, ёбан. Где? Не торопись. На точке. Там еще вон. И в той стороне вот, эшка. Слева! Да, вот в том проходе будет. Да. Там мороженка моя сработала. Да возьми пулемет, блядь, там патронов до пизды же еще. А два? Перезаряди пока. Прифайр, давай. Давай! Да, Никита! Хорошо. Патронов до пизды, две пули осталось. Да до пизды патронов, блять, хуй ты начал-то. За это заплатит? Тебе повезло, что никого не умеют смеяться. Ты суккуба, блядь? Да. Блять, с никого я на сундуке я смотрю. Сейчас, погоди. Сука. Охуенный бит. В смысле четырех у меня нет мяса вообще? Хотя надо их лутать. Так я лутаю, с них камень только какой-то падает. Ну вот тут вообще ничего. Потому что я залутал. Да как ты так быстро умер? А у меня оно сразу в сумку идет. Ладно, этого тебя оставлю, пожалуй. Не обделять же тебя мясом шустрого кляуса. Ну, у него ничего не выпало. Иди нахер. Я не буду помогать. Да бля, помоги. Вот у меня есть диск кубка и боба. Ого. Уважаемо. Авторитетом у себя на горе. Габл мелкий.
Сейчас весь авторитет-то проебался немножко. Я из дома выхожу. У меня соседи, наверное, не пили уже год. Типа, меня видели, наверное, только соседи напротив, потому что я иногда им документы заношу. Они там, клиенты мамы, бухгалтерскими штуками помогают, я им документы заношу. Все остальные думают, что ты сдох. Да, наверное. Надевает Лёша колючку, она ему как раз. А чё у него пушка из груди торчит? Никого не смотрит. Так, быстро капканов взять. Быстро капканов. Косол. Быстро капканов. Фух. Не знаю. Фух, успел забрать. Ух, успел забрать оперативника, которого не пикает никто. Чё, ты жди. А, подождём. Танцуем пока. Да. Бля. Лёха опять в пожилой чил ушёл. Я пойду покупку. Я тебя возьму сейчас. Я сохраню это. А, короче, я вот пока сидел кушал, вот когда скинул этот обед пиона, сижу, кушаю, никому не мешаю. И слышу, у меня что-то собака разрывается, я в окошко выглядываю, какой-то пиздюк лет 11 залазит на мое деревце, которое закалит. Ну вот, Вадим, ты видел это деревце, да? Боярышник. И просто залазит на него и начинает рвать. Я такой не растерялся, открыл дверь, вышел на улицу и просто начал на него смотреть. И он убежал. Ай-яй-яй! Вот это вот мощный комплект. Там блять. Твоя колючка, капкан и еще. Сука, мама звонит. Надо было брать Леча. Ё-моё, мама звонит. Пусть впрыгивает, сука. Там еще моя мина, кстати, сверху. Вы все вкинули в эту дверь. Так а что, мы идем дальше, если я чешу? Ну, типа, Лёша что-то туда пошёл, я не знаю, что, я за Лёшу. А я что, знаю, куда идти? На карту посмотри, блядь. Карта для слабаков. Да, год просто по степям бегать и убивать все. Так, нам надо... Ну, я посижу тогда там. Типа... Вот туда нам надо. Пойдём. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту, ту-ту-ту. Ту-т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 у
А что там одну расу выбрали? Да! Да. Мы чаплины! У меня нет цели. Жиза. Ай, это что-то плохенько. Где я как-то все? Это звук того гнома. Да! Насколько сильно было похоже. Пиздец, полуголая до кауба, я понял вас. Теперь Бубисов делают такие скинсы, да? Ну ты видел уже IQ-шку? Что-то против имеешь, что ли? Но она ж не голая. Ну она типа не полуголая, она типа в спортивном одежде. Сука, говори так больше. Кусок кабана. Это древний укры.
Вот он не про того, про которого говорили. Который море пяти копали. Да. А. Так, Лихан, ты Черное море видел? Там сразу видно, что оно выглядит. Сразу видно сало там. Салом смазано дно. О, короче, этот дракон будет очень полезен для терпения. Потому что он морской. Ух, потерплю как. Сейчас тупо русского включишь. Большого русского. Большой и русский. Да, блядь, я вообще от ошибки. Я там двух пацанов в ближнем бою запорол. Там на лестнице, вот, который тебя убил, и еще капкан вылез такой ехидный. Ехидный капкан. Да, чуть выше по лестнице. То есть на одной лестнице он двоих запорол. И всех в ближнем бою, сука, я вообще не стреляю. Да нахуй тебе, блядь, тебе за пистолета нужно дубина. А нахуй надо, типа, за блядца стрелять в отеле? Нет. Блин, мне интересно. Я, блядь. Я заебался уже, за тобой бежали, блядь, а? Блядь, стой! Вот что ты знаешь, ты же нет, если я тебе скажу, найди вен, поймешь больше? Кого? Если я тебе скажу, найди вендор. Ну да. Найди вендора. Все, все понятно. Все понял. Я понял абсолютно все. Я познал эту игру. Удалите. Мои 1500 хп. Сейчас этот маленький урод, что победить? Он как черепаха. Блять, я проиграл, я не черепаха. Вот это он черепаха, конечно. Пиздец, черепаха победила. Черепах-то лучше взять или щит? Сложный выбор. Наверное, щит поставь. Ладно, оставлю щит. Вон, защитим все. Как сказать? У меня щит, у тебя щит, у Дока щит. Бля, щит Никита такой орать будет. LMG Mountain and Loaded! Да он сейчас это включит. Плюс 48 децибел. Я ж сказал. Враг не должен... Я Леша беру. До сих пор у меня просто реально улыбка поднимается, когда я вижу Лешу в этом балахоне. Нормально. Мама одевала на войну. У мамы, походу, есть вкус. На войну тольется. Шапку забыла, но жарковатая. Короче, мама тебя так одела, чтобы мне было стыдно перед Альянсом. А че это ее ссылки? Голый. Да, и там сын маминой подруги из Альянса. В топ-шмоте. Паладин. Я у мамы паладин. Хотела мама, а получился паладин. Сука, я так... ж паладин. Нам просто надо докачаться до данжей, блядь, данжи. Вот мы сейчас в Сидже скучали, капец. Пиздец, блядь. И все равно вам нужен минимум 20-й, чтобы хотя бы в данжи нормально пойти. А еще с нашими 30-ми, я не знаю, попадем вот эти данжи. Вы не будете качаться. Просто стойте и смотрите, как мы качаемся. Легкая победа, легкая жизнь, как говорит моя бабуля. Так тоже моя бабуля говорила. Я твой дед. Как говорила его бабуля, я твой дед. Как говорил мой дед, я не твой дед. А видно. Я не твой дед, я твой отец. То есть, а, ну ладно. Никита сломался, бля. Блядь. Нет, знаешь, это как-то не очень приятно, когда твой дед с твоей мамкой. Ты сказал, что с моей. Отлично. Тут помоги. Погнали. Мне как это помоги?
Нам на 20 левеле дадут. Нам на 20 левела, блядь, еще качаться, пиздец. А, ну тут. Постой! Это я, Шамиль! Дай, дай присуну. Думаю, трешки нам хватит основной. Да. Может кто-нибудь ящиков сделать? Или есть какой-нибудь ящик? Это Еленя. Где Леня? А где Леня? Где старый? А. А, Леня стоит у костра. Хавчик жарит. Он там внизу. Сука! Один там сидит, жопит!